Я вон в Европе был, так там в городах, в реках, вот такую вот рыбу вылавливают. Причем, что характерно, поймает такой чудак рыбу, потом обратно выпускает. Ну ладно, ты что? Так а смысл какой обратно отпускать? Ну он же ее не для еды ловит. Для чего он ее ловит? Для удовольствия. Поймал, удовольствие получил, выпустил. Куда мир катится? Это ж... До чего же ж дошли уже? Вообще, уже с рыбой научились удовольствие получать. Извращенцы. А еще говорят, Европа, цивилизация, да? Фу! Я эту рыбу есть не буду. Вдруг она из Европы приплыла?